10. В команде более 120 человек. Александр Оборонко. Которая через неделю приглашена на съемки от телеканала «Ю» как самый молодой предприниматель «Орифлейм» города Тамбова. Здесь мой собственный график, я ни от кого не завишу. Здесь есть классные спонсоры, которые мне помогают и подсказывают, и ведут направление моего бизнеса. Здесь есть много сюрпризов, и самое интересное, что раньше доход в 50 тысяч я считала для меня огромным. Да, я не верила в эти цифры. 100 тысяч, 300 – это было вообще нереально. Сейчас я хочу зарабатывать 500 точно.